Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает член Общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов. Игорь, добрый день. Добрый день. Мы обсуждали сейчас вопрос по тому, какие сомнения есть у жителей Кировской области по поводу объекта Мурадыкова, исходили из заседания общественного совета при Министерстве экологии, которое прошло в прошлую среду. Здесь у нас были Тамара Яковлевна Ашихмина, которая сегодня вечером отправляется в Москву, кстати говоря, на расширенное заседание вот такого общественного совета при РосРАО. Там будут представители всех 7 регионов, в которых будут построены подобные объекты, где будут они функционировать. Тамара Яковлевна консолидированное такое мнение и вопрос туда везет. И там есть разные абсолютно разделы. На первом месте информационная политика, насколько мы понимаем, то есть вот четкость, открытость, цифры, факты, комментарии. А на втором месте социальные, я не знаю, как это назвать, поручения, просьбы. То есть вот люди спрашивают, а что мы получим за это, кроме НДФЛ, который пойдет от объекта в бюджет Кировской области, социальные объекты. То есть, с одной стороны, вроде бы на поверхности лежит вопрос, что раз вы заходите с каким-то опасным производством сюда, то покажите, как оно работает, и дайте нам что-то за него. С другой стороны, мы вот знаем позицию РосРАО по тому же Кирово-Чепецку, который не выделяет ничего на социальные объекты, работает, ну, в рамках, они не обязаны, по сути, в рамках законодательства. Вопрос состоит вот в чем: просить или не просить? Мост через Вятку, условный. Просить, конечно, надо, но я бы все-таки пунктом немножко расставил приоритеты, так, что просить. Угу. Вот в первую очередь, ну, как любой, может быть, житель Кировской области, когда говорят о каком-то предприятии повышенной опасности, понятно, что, ну, первая реакция: лучше давайте куда-то подальше, лучше не здесь, лучше куда-то отправим это. Но, исходя из того, что сейчас есть, я, ну, скорее всего, понимаю логически, что это предприятие, скорее всего, наверное, будет в нашей области, так же, как и в других трех областях по переработке. Поэтому... Не трех там все-таки, 7 всего регионов. А 7? Да. Ну, вначале было вроде 4 озвучено. Вот. И если оно все-таки будет, то вот тут уже возникают первые вопросы, которые надо там просить, требовать. Это, конечно, вопросы безопасности. То есть вот это я бы поставил на самый верх, даже, ну, то есть выше, чем какие-то другие преференции, которые мы можем попросить у федерального центра. В первую очередь, конечно, это безопасность, какие отходы будут туда вестись, как они будут утилизироваться, какой будет контроль, исходя из тех вот анализа, ну, СМИ, тех каких-то комментариев, которые я вижу. У многих людей, естественно, возникает вопрос по поводу, что будут утилизировать. Угу. Ну, то есть радиоактивные будут или нет. И даже когда говорят, что утилизировать радиоактивные отходы не будут, все равно люди задают вопрос: а как мы это проверим? А как мы это узнаем? А вдруг нас обманут? Ну, так уж сложилось, что наши граждане не совсем доверяют власти, да, ну, и поэтому такие вопросы возникают. И поэтому, допустим, вопрос установки радиоактивного вот этого контроля, да, радиационного контроля на въезде, да, чтобы контролировать, какие отходы привозят, это, я думаю, что очень немаловажная вещь. Для того, чтобы был постоянный мониторинг экологической обстановки рядом, чтобы при малейших каких-то изменениях можно было бы предпринять какие-то меры, чтобы был обязательно доступ общественности туда. И доступ не только общественности, но и экспертов. Потому что у нас, если честно, то часто очень мы слышим какие-то мнения, и они иногда основываются, там, говорят... там, скорее всего, ну, какие-то обывательские такие вещи, которые, понятно, к ним надо прислушиваться, но на них нельзя опираться и делать какое-то свое умозаключение. А вот уже после вот этих всех требований безопасности, потому что мы понимаем, что нам никакие пряники, они нам не идут ни в какие там сравнения с безопасностью и здоровьем нас и наших детей. А уже после этого, если мы обеспечим первые вот эти пункты, да, то есть можно уже переходить к вопросам и инфраструктуры,
и вопросом каких-то дополнительных, там, ну, не знаю, спортивных центров, больниц, медицинского обслуживания, того, что можно получить, может получать непосредственно люди, проживающие там, в поселке Мирный, в близлежащих районах, и то, что может получить Кировская область в целом. И поэтому я думаю, что такие требования надо ставить, и ну, оно должно быть конструктивно, а не так, что постройте нам космодром какой-нибудь или там космический корабль. Да? Ну, то есть надо более внимательно и более продуктивно и трезво подходить к этому вопросу. И то, что на вот это мероприятие вот Тамара Яковлевна едет, да? Угу. Ну, в Москву на встречу, да, с коллегами. Встречу, это очень хорошо, потому что она является действительно экспертом. Это не просто человек, который болеет за родину, да, болеет за Кировскую область, а человек является экспертом, который может адекватно прямо, ну, то есть задать те вопросы, которые действительно важны для вот, области при ну, заходе и строительстве вот такого объекта. Ну, Тамара Яковлевна ученый, во-первых, которая возглавляла эту комиссию при Мородыкова на всех этапах его работы, а во-вторых, она все-таки у нас член общественной палаты очень активный, который да. Вопросы защиты интересов гражданского общества для нее в приоритете. И она, да, можно очень всегда, вот, ну, мы с ней работаем в общественной палате, и что отметить, что она всегда не кривя душой. Да. Она всегда четко, ясно, вот как думает, так она задает вопросы, но в то же время она задает их конкретно, без какого-то горлопанства. Поэтому я думаю, что это идеальный вариант, ну, вот этого представителя общественности, который поедет на вот это мероприятие в Москву. Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». Игорь Панкратов, член Общественной палаты Кировской области, его сегодня высказывает. Раз уж мы заговорили про безопасность и про информацию, то я бы хотела, чтобы вы прокомментировали назначение Виктора Анатольевича Задворных там, в ближайшее время. Я, насколько знаю, прямо сейчас идет комиссия Кировской городской думы о том, утвердить, не утвердить новых замов сити-менеджера Ильи Шульгина. Один из этих замов, Виктор Задворных, будет отвечать за информационную безопасность и взаимодействие с федеральными органами власти. Этой должности раньше не было в администрации Кировской области, как нам было сказано. А вот сейчас она возникает. Кто в опасности? От кого защищаться должна городская администрация? Ну, я... Ну, по моему мнению, здесь, может быть, не в прямом таком информационной безопасности, когда мы ну, думаем там, о блогерах, о каких-то там, не знаю, информационных вбросах или еще что-то. Я думаю, что вот это связано не с ну, вот этим направлением, а в первую очередь связано с тем, что вообще наш мир живет в век информатизации, и практически все наши процессы, в том числе процессы в органах муниципальной, исполнительной власти, они у нас полностью ну, как компьютеризированы, кругом у нас информационные программы, и мы сами знаем, когда вот малейший сбой какой-то проходит даже в нашей какой-то бытовой технике, мы остаемся как без рук. Попробуйте вот на полчаса у вас отключите телефон, да, или там связь, сбой будет. Я помню, как такие моменты были, там, ну, начинается паника. И если произойдут такие же сбои в работе информационных систем администрации или каких-то органов исполнительной власти других, то ну, действительно начинаются проблемы. И поэтому во многих ну, как бы и органах исполнительной власти, и в коммерческих структурах везде предусмотрена такая должность и такое направление деятельности, которое именно защищает вот эти системы от информационных каких-то атак и несанкционированного доступа в эти системы и от распространение информации, находящихся в этих системах. Поэтому я думаю, что... Речь не идет о работе со СМИ, речь не идет о работе с соцсетями, речь идет о возможных атаках на информационные системы. Я боюсь ошибаться, но с учетом того, чем занимался вот данный претендент раньше, он занимался там государственной тайной, да, я думаю, что вот это должно быть где-то близко, наверное, вместе, ну, этим он и будет заниматься. Мобилизационная подготовка городских чиновников и защита государственной тайны. Да, вот да, что, да. Чем занимается. Я думаю, что они очень параллельно эти вещи. Я думаю, что именно этими вопросами. Но опять же, пока мы не увидим должностных обязанностей, мне сложно судить. Я пока только предварительность того, что я видел в СМИ. А то, что касается взаимодействия с органами федеральной власти, да. Это также. То есть есть иногда специальная должность по взаимодействию с правоохранительными органами. Допустим, во многих администрациях такая должность есть. А есть должности, где она более шире, когда туда и правоохранительные, и ну, другие федеральные органы, которые здесь на местах находятся у нас в субъекте. И выделяется, ну, то есть, или там закрепляется лицо, которое присутствует на всех этих мероприятиях. Это
это отчасти даже бывает очень удобно, потому что именно одно лицо всегда присутствует, его знают, и он представляет интерес администрации, он владеет всей, ну, как бы, обстановкой, потому что глава администрации не всегда может присутствовать, ну, на какие-то очень важные мероприятия или там принципиальные, понятно, он приходит. А вот на такие рядовые, ну, каждодневные, то я думаю, что вот эта должность... Это узкоспециализированные такие вопросы, да, где требуется человек, который погружен в эти темы. Ну да, но я думаю, что там будет функционал намного шире, ну, на мне это кажется, это просто то, что указали в СМИ, но вот сейчас, если это проходит в Думе, то есть, когда утвердят, будет функциональные обязанности, должностная инструкция, и после этого можно уже судить, и уже согласно этой инструкции давать оценку, справляется человек, не справляется, надо это нам Кировской области или не надо. Ну надо сказать, что на завтра в особом мнении будет депутат Кировской городской думы Юрий Шлемензон. Он возглавляет как раз соответствующую профильную комиссию в городской думе. Вот сейчас он ее ведет, и я думаю, что он нам пояснит, что за должность такая, для чего она принимается, какие вопросы они задворно задавали. А вторая кандидатура, которая на зама сегодня рассматривается, на зама сити-менеджера Ильи Шульгина, это господин Плехов, который возглавляет и сейчас Нововятское территориальное управление. И вот тут тоже такое идет обсуждение. Кстати говоря, еще Шульгина обсудим, потому что такое ощущение, что на Илью Вячеславовича все больше и больше каких-то, не знаю, атак ли организуется, или он сам провоцирует подобные новостные поводы и атаки. Но вот господин Плехов в качестве первого зама сейчас будет заниматься городским хозяйством. И это, наверное, первое такое назначение, которое из внутренних резервов, так сказать, изъято. Не приезжие люди, которые всегда подвергаются критике, но они и уезжают очень быстро, годы не проработав некоторые из них, а вот внутренние ресурсы используют. Это что такое, перемена тренда? Ну, я думаю, что на мой взгляд, это правильное решение, потому что действительно большое количество специалистов, которые приезжают извне, я не говорю о их профессиональных качествах, всегда на территории вызывает определенное такое отторжение и определенное недовольство. И должность первого зама – это ключевая должность. И если на эту должность назначают человека, который не понаслышке знает Киров, я затрудняюсь судить о профессиональных качествах, потому что я не знаю, я не работал вместе с ним, и по Нововятску тоже судить пока не могу, но то, что касается СМИ, характеристики в отношении него дают неплохие. Поэтому я надеюсь, что вот именно то, что человек из Кирова, то, что по нему дают неплохие характеристики как профессионала своего дела, тем более я, насколько знаю, он уже руководил когда-то городом Кировом, и я надеюсь, что это будет только позитивно, то есть это будет такой, микс, что ли, да, то есть каких-то людей иногородних и местных, который даст позитивный какой-то такой импульс для развития города Кирова. Мы посмотрим, на что это реакция Ильи Вячеславовича, потому что тему этот вопрос будем развивать после короткого перерыва, поскольку вот перед нами лежит, например, обращение к генеральному прокурору Российской Федерации господину Чайке от господина Бородина, руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. «Народ против коррупции» не путать с фондом Навального, антикоррупционным, в котором в этом письме господин Бородин обвиняет Илью Вячеславовича в некоторых коррупционных схемах, в том числе и упоминая приглашенных сюда специалистов для работы в администрации. Разберемся в подобных новостях после короткого перерыва. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает член Общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов. Мы наткнулись на письмо, которое распространила в том числе и партия КПРФ, Кировское отделение. Это письмо руководителя фонда «Народ против коррупции» господина Бородина на имя генерального прокурора Российской Федерации господина Чайки, где он обвиняет сити-менеджера Илью Шульгина в коррупционных связях и схемах. С одной стороны, в большой части он пеняет на то, что приглашенные специалисты с ним аффилированы по бизнес-связям. С другой стороны, он говорит о том, что у него якобы некоторые родственные связи с губернатором Кировской области по линии жены, и это тоже он считает коррупционной составляющей. Ну и тут еще привязана одна из компаний, успешных строительных компаний в Кировской области, в поселке которых Илья Вячеславович Шульгин купил себе дом.
ну вот в доме какой компании он купил, с той он и связан коррупционно якобы, заявляет Бородин. Довольно короткое письмо, я не знаю, может быть, под этим письмом есть тома обоснований и расследований, но мы их не видели пока что. И такие вещи всплывают в последнее время чего-то как-то с необычайной регулярностью в паблике. Как вы рассматриваете подобные атаки на сети-менеджера? Верите ли вы или нет? Ну, я действительно... Задаю вопрос человеку, который возглавлял контрольные ведомства при губернаторах, да, и которые специализируются на проверке информации, верите ли вы или нет. Довольно-таки критически можно отнестись ко многим вот этим вбросам, которые есть, потому что если их вот взять, да, то есть это федеральный проект борьбы с коррупцией, то есть громкие слова, громкие заявления, также эти заявления и на сайте КПРФ, и дальше распространены, если читаешь комментарии, в комментариях огромное количество там негатива идет. Я, может быть, буду рассуждать не как обыватель, а как все-таки специалист определенный. Фактов очень мало. Ну, то есть те факты, которые вот тут опубликованы, они вот больше напоминают какие-то сбор слухов. Вот. И очень сложно по ним судить, есть это или нет. Потому что вот если вот прочитать это письмо, да, там указаны факты, там родственные, там еще, но если вот на это смотреть, но где доказательства? Ну, то есть, во-первых, доказательства. Во-вторых, у нас четко есть там, ну, какие-то правила, кто там родственник является, где конфликт интересов. Тут также не совсем все это подпадает. Если мы говорим там о приобретении какого-то дома, я всегда, опять же, вот этот факт, он уже давно входит в воздухе, но у меня сразу вопрос, если это факт такой есть, ну, где реакция правоохранительных органов? Ну, то есть она в любом случае, то есть любое заявление в СМИ, оно является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Если мы не видим ни возбужденного уголовного дела, ни какого-то материала проверки, ну, вряд ли я могу согласиться с тем, что правоохранительные органы закрыли уши и глаза и вообще на это все не смотрят. То есть фактуры нет, как получается, как таковой, фактуры ее нет. Угу. Если даже, вот, знаете, я хотел бы еще вот сравнить, может быть, такое сравнение. Вот мы когда садимся кушать, да, то есть для того, чтобы нам какая-то зараза в организм не попала, мы всегда моем руки. Но мы часто забываем это делать перед тем, как мы запускаем себе в голову какую-то информацию, которую мы прочитали в паблике. То есть перед этим надо обязательно ее также стараться хотя бы мало-мальски перепроверить, ну, как помыть руки, да, это минимальная гигиена. И здесь точно так же. Вот, ну, не знаю, когда мне приезжает, ну, попадает какое-то сообщение, я думаю, и вам оно попадало, там, сегодня день Иоанна, там, да, не знаю, Богослова. Это потом, да. Да, оно перешли туда. Я пару раз, вот, ну, сразу же у меня первая рефлексия, я забиваю, когда этот день. И он находит через полгода только. А мне и люди по 10, по 15 раз, и уважаемые люди переносят. Я понимаю, что они также относятся и к другой информации, которая попадает сюда. И вот если взять, допустим, информацию, которая на сайте КПРФ, ну вот я первую там читаю, что вот этот Бородин является хозяином компании ООО «Стройинвест». Ну, просто... Строительная это, компания. Да, строительная которая компания. Которая конкурент той компании, которая указана, например, нет, которая якобы документе. Аффилирована к заказчику вот этого вброса, там, господину Валенчуку. Ага. И, да. И вот просто ты берешь, набираешь... Вот, а КПРФ систему. Обвинили Валенчука в том, что, они да, что он это, заказал да, что этот он вброс. Потому что у него якобы война с Шульгиным якобы какая-то. Война с Шульгиным, какая-то. Насколько я знаю, уже были определенные рабочие вопросы. Эти вопросы как-то утрясены. Все идет уже в плановом режиме. Это то, что касалось с Коневского рынка, могу, конечно, ошибаться. Вот. И ты забиваешь вот эту «Стройинвест», ну, то есть просто это даже компания, ну, есть там, Spark, да, это да, есть там да. у всех в государственных открытые органах, данные. В открытых данных, угу. да, и просто у товарища Бородина нету такой организации. Ну, то есть, а когда-то была, ну, не «Стройинвест», а только первая буква «С» из этой, да, ну, то есть, но он давным-давно из нее вышел, и он там, ну, вообще, то есть сейчас точно нету, и никаким образом она не имеет никаким стройкам здесь. И сразу, когда вот этот факт перепроверишь, ну, сразу всякое отношение. Когда есть такие там понятия, там, фаворит Яровой, да, ну, то есть, ну, это сразу опять говорит о том, что люди хотят больше эмоций какие-то у людей вызвать, чем какие-то конкретные факты. А что поддерживает подобные публикации? Ведь СМИ очень часто берут
берут такие публикации, перепечатывают, там, Мамаев обвинил того-то в том-то, например, да, или ЛДПР обвинили того-то в этом. Ну, вам СМИ, я думаю, это виднее, лучше, потому что вам, понятно, нужен не какой-то сухой, да, проведенный там комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых там кого-то задержали, да, вам нужны подробности. У меня тогда вопрос, вот СМИ должны расшифровывать, находить открытые данные, как вы считаете? Я-то знаю, вот какая позиция, например, там у меня или у моих коллег. СМИ должны раскрывать максимально подробно, заниматься расследовательской работой? Или каждый человек сам должен этим заниматься и сам пользоваться интернетом и открытыми данными и перепроверять это? Или людей вообще не должно касаться, потому что это чисто политические игры? Каждый человек, который делает такое заявление, да, у нас же ведь не просто мы спросили кого-то на улице, обычного гражданина. В основном это бывают люди, которые чиновники, я не знаю, депутаты, какие-то общественные деятели. И когда вот эти люди, облеченные властью, к их мнению всегда относятся совершенно по-другому, более критически, да, и более прислушиваются к нему, то эти люди должны свои слова выверять и понимать, что они говорят, и нести за это случае определенную ответственность. Коллеги Сергея Павловича Мамаева должны нести ответственность за то, что они там расшифровывают под этим письмом. Я не знаю, может быть, у них есть какие-то дополнительные данные, о которых я не знаю, но я сужу по этой, допустим, бумаге. Если написано «Стройинвест», да, и хозяин ее Бородин, я забиваю, нет такой фирмы у этого гражданина. Тогда переходим к ответу на вопрос, а почему организуются такие атаки на сити-менеджера? Знаете, есть... Он дает повод? У Маркса такое есть выражение, если вы даете капиталу там 10% прибыли, он оживится, дайте 20, дайте 30, если дайте ему там 100 и 300, он попрет все любые там законы и незаконные какие-то правила и там готов на любые преступления. Здесь все решения сити-менеджера, они в той или иной мере связаны с какими-то негативными моментами в отношении каких-то групп. То есть, давайте вот если мы по порядку... Что бы он ни сделал, все время кого-то обидит. Вот он только зашел, когда, первое решение, он прекратил вопрос о продаже там имущества центрального рынка, и знаем, что есть бенефициары, кто ждал, когда это все перейдет. Он прекратил. Все, честь недовольных есть. После этого, большое количество людей там чуть ли не, какое-то перешло на работу в администрацию из других городов. Опять кого-то отодвинули, да, какие-то пошли опять недовольные, да. Потом энергосеверстный контракт, мусорная реформа, там Калинка Морозов, водоканал. То есть за каждым решением стоят какие-то определенные люди. И они, естественно, могут быть недовольны, естественно, каждый из них может быть потенциальным каким-то вот этим ньюсмейкером или там заказчиком вот этих публикаций. Но являются ли они таковыми или не являются, если в действиях действительно Шульгины Ильи Вячеславовича какой-то совпредсумение, должны давать в первую очередь правоохранительные органы. Общественность делает свое дело. Оно дает факты, которые, на их взгляд, кажутся какими-то противоправными, да, или неправильными. А уже милиция или полиция, да, должны дать. Потому что надо то четко понимать, что вот иногда для обывателя кажется, что вот этот факт очевиден. А на самом деле, с юридической точки зрения, тут нет преступления. А иногда бывает наоборот. Говорят, это же обычный такой момент, каждый день мы это делаем. А это преступление или административное правонарушение. Поэтому именно правоохранительные органы должны дать оценку. Фактов очень много. И по многим вещам я вижу, что где-то оно накручено, где-то ударяется вот именно по эмоциям, где-то идут оскорбления, то есть очень веские оскорбления. Если я там могу давать советы там сити-менеджеру. Конечно, да, почему нет? Просто надо меньше на это обращать внимание, Он же точно внутри-то знает, делал он это или нет, какой у него умысел. Если он... у него какой-то есть не такой умысел, да, значит, надо как-то ему задуматься и или поменять свое мнение, или вернуть там все назад, или еще что-то. А если он этого делал, ему просто надо вот не смотреть на это. Собаки лают, караван идет. То есть, все. А я, насколько знаю, вот из комментариев, да, он очень внимательно к этому относится, он читает очень внимательно. Это, с одной стороны, хорошо, он слышит глаз народа, но не надо иногда вот именно реагировать и как-то эмоционально выступать. Если он на это опять эмоционально выступает, когда что-то на такие выпады, его опять на чем-то подлавливают, опять что-то ему предъявляют. И вот это у нас раскачивание вот этой ситуации. Так может ему, ситуации... как прошлому нашему сети-менеджеру господину Перескоку, вообще перестать ходить в СМИ?
вот вообще, господин Перескоков, например, он говорил, нет, я не публичное лицо. Каждый... Вот есть у нас совещание, приходите на рабочие группы, мы там по хозяйству разбираемся, а интриг давать не буду. Понимаете, я понимаю, что ему где-то тяжело в этом плане, да, то есть человек был не публичный, стал публичным. Но он должен понимать, каждый выбирает, принимает решение сам, он не маленький ребенок. Он когда шел, он понимал, что он идет на должность, которая, можно сказать, расстрельная, он отвечает за все. То есть он должен понимать, что вот эти все нападки, вот эти все там какие-то информационные вбросы, какие-то, не знаю, там то, что в него улетит, это какая-то составляющая его работы. То есть это прилагается, ну, я не знаю, к кабинете, к машине, угу. Какой-то его власти, это просто как приложение. К этому надо просто, ну, как бы свыкнуться, привыкнуть. Закрываться не следует. Ну, что он иначе так сгорит на работе. Ну, просто сгорит. Он не сможет принимать решения, потому что он будет постоянно в эмоциях, да, ну, то есть от тех вещей, а они чувствуют, что они до него достают, и они еще сильнее. Ну, вот этот документ, с которым мы начали обсуждение, это провокация? Я не могу на 100% сказать, потому что я не знаю достоверности этих фактов, да, ну, то есть, но, ну, кажется, большинство, ну, 50%, что да. По форме изложения? По форме изложения, потому что здесь очень много эмоций. То есть, когда много эмоций, тогда факты, ну, как бы не совсем. Но мы пока не видим, чтобы Илья Вячеславович обиделся, например, или оскорбился хоть на одно из подобных там сообщений и попытался воспользоваться новым законом об оскорблении власти. В отличие от молодого депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, который просто стал героем прошлой недели даже федеральных СМИ. И мы обсудим этот вопрос после короткой рекламы. Особое мнение на 101FM. Программа «Особое мнение» в эфире. Светлана Занькова у микрофона. Особое мнение высказывает член Общественной палаты Кировской области Игорь Панкратов. Про оскорбление власти и про эмоциональные реакции. Мы продолжаем разговор. Илью Вячеславовича Шульгина обсудили. А сейчас мы обсудим молодого депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, которого федеральные уже СМИ и паблики назвали самым красивым депутатом Кирова. Началась вся история на прошлой неделе, когда известный паблик «Борщ» ВКонтакте опубликовал мем, он на этом специализируется, мем про депутата Павла Валенчука. Звучал он следующим образом. Знакомьтесь, депутат городской думы города Кирова Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука, записывайтесь к нему на бровки и ноготочки. После чего подсоединили сразу несколько изданий. В частности, издание «База» написало, что Павел Валенчук отреагировал на эту историю, в отличие от Шульгина, который вот никак не реагирует, и попросил привлечь к ответственности администраторов паблика по статьям «Клевета и оскорбления представителей власти». И дальше понеслось. Чего только не опубликовали. Подключилась Ксения Собчак, которая сказала, что депутаты должны быть менее обидчивыми, а брови нужно делать у профессионалов. Дальше Павел Валенчук что-то опубликовал у себя в Инстаграме, его помощники что-то написали. В общем, целую неделю... кстати говоря, федеральная пресса, в том числе, например, «Медуза», выложила клипы с Павлом Валенчуком, где он поет. Мы знаем, что он поет. Хорошо, в общем, поет. Целую неделю о самом красивом депутате Кировской городской думы говорили. Стоило ли Павлу Валенчуку обижаться и оскорбляться, и писать заявление в полицию об оскорблении власти? Даже вот Европейский суд по правам человека, он говорит о том, что уровень дозволенности вот, высказываний в отношении политиков, там, каких-то руководителей, он намного выше, чем в отношении обычных граждан. И так как они всегда находятся вот, в сфере общественного интереса, да? И они всегда под пристальным вниманием и прессы, и общественности, и людей. Каждое их слово, это должно быть довольно-таки выверено. И поэтому, с учетом того, что Павел, он человек довольно-таки молодой еще, да, может быть, где-то жизненного опыта не хватило, или, может быть, как-то советчики не те оказались рядом в тот момент, которые вот это сделали, посоветовали сделать так, но я думаю, что может быть, не совсем правильно, да, было написать вот это заявление, потому что оно, да, мы видим после этого, что оно спровоцировало, да, какую эпидемию. С одной стороны, такого количества
вообще просмотров, такого количества комментариев, такое количество там всяких лайков, это, ну, просто это большие какие-нибудь политтехнологи, наверное, будут, заплатили бы огромные деньги, чтобы такую популярность приобрести. И она сейчас в настоящий момент... Депутаты узнали все. Да, депутаты... вся страна. То есть городскую мне также думу звонили узнали с других все. Субъектов и спрашивали. Кто и, он? И, кто он, да, этот человек? Интересовались. Понятно, что многие комментарии были негативного плана, и, естественно, они как вот, ну, его, как мужчину, как молодого человека, ну, то есть его они задевают. Но, опять же, я говорю... Но он-то отреагировал не как мужчина и молодой человек, он отреагировал как политик. Он же написал заявление об оскорблении власти. Политики, наоборот, бы могли отреагировать по-другому. Он, мне кажется, вот эмоционально, ну, вот написали они вот это заявление. Но он, что его осуждать? Он, с одной стороны, он сделал в рамках закона все, да? Полиция проведет проверку, потом, ну, вызов. И насколько я знаю, что ведь не только... Ну, на это он обиделся, да, там были какие-то перепосты, были какие-то более оскорбительные вещи, вот именно... В комментариях, да, в комментариях, которые, ну, вот его сподвигнули на это. Но я думаю, что здесь ничего страшного нету, ну, то есть он там выполняет свои какие-то функциональные обязанности, он, ну, то есть делает, ну, то есть у него есть, наверное, какой-то план и рабочий, и жизни, надо просто идти, это все равно, ну, как популярность хорошо, потом популярность останется, а повод уже и забудется, и ну, достаточно и вспомнить депутатов Государственной Думы. Олег Валенчук этим, конечно, не отличается, но его коллеги очень даже отличаются, которые просто кажется, что намеренно вкладываются в подобные программы, ну, и скучают буквально, если мемов про них не возникает каждую неделю. Ну да, я просто думаю, что вот мое мнение для Павла, это просто вот, ну, да, определенный такой случай, да, определенный такой жизненный опыт, который надо просто сейчас грамотно, опираясь на грамотных, не знаю, там, специалистов, помощников, вот это все проанализировать, сделать отсюда выводы, потому что, ну, действительно, есть некоторые моменты, которые немножко, ну, там, не вяжутся с его там образом. Этот случай, он вообще хоть как-то подорвал авторитет Павла Валенчука? Да, я думаю... Среди избирателей? Да я думаю, что вряд ли он как-то... Или его избиратели вообще не в курсе, что с этим что с ним что-то происходит. Ну, избиратели разные бывают. Если какого-то пожилого возраста, они не пользуются интернетом, и вообще не параллельно, что там происходит. Садоводы, избиратели. Вот. А, допустим, я думаю, что наоборот, допустим, сейчас вот Гренландия будет, я думаю, что даже количество людей увеличится, чтобы... Посмотреть, ну, уже на Павла, а не только на тех звезд, которые приедут. Тем более, все же видели, как он выглядит. Все видели, как он знает. Очень ярко он выглядит. Да, он спортсмен. У нас люди бывают разные. Ну, то есть, если вот взять его и взять, допустим, человека, который, ну, не знаю, немножко по-другому, там, в замызганном костюме. И Кировская там, городская дума там обрела свою звезду. Да, ну, то есть, я думаю, что тут ничего страшного нет, надо просто сделать определенные выводы, как жизненного какого-то плана, так и профессионального. Что-то, может быть, подредактировать, изменить, да, в некоторых моментах, которые там, ну, во всем было написано, что надо изменить и к чему больше всего цепляются, если он этого захочет. Перспективный может... депутат, Игорь. Я с ним как не с депутатом не знаком. Да, я не общался, я только вот, ну, как видел в СМИ, вот... там все. Поэтому поет он действительно хорошо. Ну, то есть, и то есть карьера обеспечена. Те вещи, которые он, ну, ну, вот в своем интервью говорил о том, что он сделал за этот период времени, небольшой период времени. Ну, дальше интервью уже вышло. Да, сразу, ну, то есть, которые поэтому, все прочитали. Поэтому вещи хорошие, но просто, может быть, подача не совсем как-то вот правильная. Да. Работает. Ну, то есть делает. О нем узнали. Я думаю, что ничего страшного, надо просто все проанализировать и двигаться дальше. Но он, может, и не переживает, может, он счастлив, что у него такая всероссийская слава. Ну, я не знаю, потому что с учетом того, что все-таки человек обратился в полицию, и как он потом выступал и говорил, что его подвигнуло, что вот эти оскорбления, и не только в его адрес, а в адрес его знакомых, близких и родных, я думаю, что это его задело, и надо просто, я понимаю, что где-то жизненный опыт, где-то профессиональный опыт, но он должен понимать, если он пойдет дальше этим путем, он должен к этому быть готовым, то есть он в любой момент, и за те вещи, где он действительно совершит ошибку, на него будут нападать, и где он не совершил, потому что любой какой-то самодостаточный человек, любой ну, там, успешный человек, он всегда становится в прицел каких-то нападок. Поэтому, не ходите, дети, ну, в Африку гулять. Поэтому в депутаты, он... если не готовы к акулам, крокодилам и так далее. Да. Дальше. У нас остается 4,5 минуты до завершения эфира. Вы, Игорь, член общественной группы по контролю... рабочей группы по контролю за строительством и ремонтом дорог при Общественной палате Кировской области. Мы, СМИ,
почти за год видим явное падение активности этой группы в СМИ. В паблике. Вот я хотел бы. Мы не видим, как вы работаете. Мы не видим вот этих всех фильмов, которые очень четко выкладывала очень часто предыдущая рабочая группа. Она вообще существует, работает, собирается. Чем вы сейчас занимаетесь? Вот правильно сказал. Я скажу, почему такой вопрос возник именно сейчас. Ну, во-первых, конечно, повод, что вы пришли к нам в особое мнение. Во-вторых, потому что существуют такие позиции, что вот эта рабочая группа сейчас функционирует для отвода глаз. Ну, я с вами не соглашусь, я не знаю... Это конечно, не мое мнение. Да, я понял. Я, конечно, не знаю, как работала предыдущая группа, могу только судить по некоторым там, протоколам или там, рассказам коллег. Я отвечаю только, я даже не хочу там сравнивать. То есть мы изначально сразу определили наш формат. То есть мы формат выстраиваем основной, это на взаимодействие вот с теми заинтересованными лицами, это там ДДХ, Министерство транспорта, общественные организации. Именно с ними мы выстраиваем основное для решения тех задач, которые перед нами стоят. Какие задачи перед вами стоят? Перед нами стоят задачи и контроль за ремонтом, и за уборкой, и за качеством вот того покрытия, которое, да, и за своевременностью. И эти все вопросы мы собираемся также раз в месяц. Между этим мы выезжаем на дороги. Может быть, мы не так активно выкладываем это все в СМИ, но хотя это тоже в СМИ есть. Может быть, не так как-то более, не так эмоционально, как ранее это было. Но я на данный момент, ну, допустим, сказать, вот мы... Есть за что ответить, вот представить. Общественная палата, то есть наша рабочая группа, неоднократно с Министерством транспорта разговаривала и обратилась на имя председателя правительства Александра Анатольевича Чурина о том, чтобы пересмотреть решение о приобретении комплексов автоматического контроля веса на дорогах, чтобы их не покупали за бюджетный средств, а эти средства перераспределили на дороги, а вот эти, ну, то есть средства, уже вот этот весовой контроль, его приобрели там, как во многих субъектах, там, путем концессии, ну, путем привлечения инвестора. Нас услышали, Александром Анатольевичем Чуриным, председателем правительства, было подписано там соглашение, и в настоящий момент перераспределяются вот эти там порядка 200 миллионов на дороги с твердым покрытием в 10 районов. И в настоящий момент я вот разговаривал с одним главой района, которому пришел документ, и он сейчас, они уже подготовили рабочую документацию на 33 миллиона, и он просто вот стоит, и он говорит, я в жизни, кроме там 3-5 миллионов, не видел, а тут у меня 33. И он говорит, мы практически там половину города вот это своего мы залатаем. То есть, на наш взгляд, это ну, такой веский момент. Опять же, на последнем совещании мы и до этого говорили, но тут более публично это сказал Крысов Владислав, когда мы были на проектном офисе. Он возглавляет рабочую группу. Да, он возглавляет рабочую группу, где высказал мнение большого количества людей по поводу фрезерования дорог, когда вот эти склоны, срезы сделаны до такой степени под там, острым углом, что невозможно ездить. Понятно, еще не все, но Лунев вышел. Стыки да, такие, да, этого, с большим перепадом. Департамента, да. Лунёв, это который в городе возглавляет. Да, Евгений Николаевич. Услышали, сейчас настоящий момент, вот по ряду дорог мы ездим, они уже изменились, но мы будем добивать, чтобы это было так же. Как можно это было самим не почувствовать на себе, Игорь, я не понимаю. Почему нужно слышать рабочую группу? Он что, на своем, как говорится, кресле не чувствует, когда едет в машине, что перепады просто может какие-то много, сумасшедшие? Может быть, много каких-то задач, но... И Илья Вячеславович, он таким же образом под телекамеру и на проектном офисе, он заявил о том, что он тоже неоднократно это говорил. Но вот эти наши совместные усилия дали вот этот результат. Также выезжали мы на дороге и зимой, когда уборка у нас безобразная была, и путем вот этих наших постоянных выездов с приглашением сотрудников милиции, которые выносили постановления, наказывали, и в конечном итоге было принято решение о расторжении с одной из крупных там ресурс проекта, там казанский фирм, о том, что да, их убрали... Это был крупнейший заказ. Да, центральных дорог, да. Когда мы выезжали, да. Брали план, выезжали, а там конь не валялся, и мы и в другие дни ездили. У нас сейчас завершается программа, у меня только последний вопрос по этой группе. Мы помним, что регулярно там, в начале учебного года как-то вот подводятся либо итоги, либо решается, будет ли группа продолжать свою работу, или вот она как в прошлом году распалась, они сами ликвидировались практически. Вы будете продолжать работать дальше? Я думаю, что будем, потому что то есть те проблемы и задачи, которые мы себе наметили, они еще даже на четверть не решены. То есть идет сложно, но мы хотя бы понимаем, что у нас каждый день, на каждой рабочей группе
группы представитель вот Лунёв Евгений Николаевич, ее министр транспорта Шевелёв. То есть у нас постоянно они присутствуют, мы постоянно имеем возможность задать вопросы, мы заставляем где-то вот, чтобы они к нам прислушивались, не с первого, то есть все люди, принимающие решения, к вам приходят, да, не приходят, игнорируют группу. Нет, вот это то, что я хотел бы отметить, что они не игнорируют, и они с нами соглашаются, где-то не с первого раза происходит это, ну, по разным обстоятельствам, но они понимают, они делают, и мы постепенно мы движемся вперед. А темп, какие темпами, это уже судить общественности. Игорь Панкратов, член Общественной палаты Кировской области. Это его особое мнение мы сегодня слушали. Спасибо всем и хорошего дня. Да, спасибо, до свидания. Особое мнение на 101 FM.